Страхиня, добро пожаловать в «Зенит». Какие эмоции испытываете прямо сейчас? Hvala na dobrodošlicama. Emocije su izvanredne. Drago mi je što sam postao deo kluba kao što je Zenit i nadam se da ću ispuniti sva očekivanja u ovom klubu. Iz silnejšej komandy Serbije vi perešli v silnejšu komandu Rosije. Što dla vas znači этот шаг в карьере? Pa da, sigurno igrao sam ceo život u Crvenoj zvezdi, to je najveći klub u Srbiji, isto tako Zenit osvaja titule u Rusiji i sigurno da sam napravio neki iskorak u karijeri. Nadam se da ću uspjeti u tome što sam zamislio u svojoj karijeri. Kako vi znali o predloženju Zenita? Dolgo li razdumovali? Raskažite. Nisam mnogo razmišljao, odmah čim sam dobio ponudu Zenita sam se odlučio da je to i da je to pravi klub za mene i drago mi je zbog toga. Страхиня, вы 9-й сербский футболист в истории «Зенита». С одним из соотечественников, зенитовским прошлым, Миланом Родичем, вы вместе играли в «Црвене звезде». Что он рассказывал вам о клубе и Петербурге? Причал сам баш с Миланом Родичем о клубу и добил и все, что мне рекло, было в позитивном смысле. Рекло мне, да чу бити одушевлен и са теренима, и са тренерима, и са клубом, и са стадионом, и са градом. Так что все мне наравше рекло о моем клубу и о моем граду. Расскажите подробнее о вашей роли на поле. Какие позиции можете закрыть? Pa mogu da, ja sam štoper ili ti centralni bek, a mogu da igram, igrao sam u Crvenoj zvezdi levog i desnog beka, tako da možete reći da mogu da pokrijem sve pozicije u odbrani. Vi vzali 25. igravoj numer, počemu? Pa nosio sam 25. u Crvenoj zvezdi i ostao mi je drag broj, ja sam imao prelepe uspomene u tom klubu i zbog toga sam uzeo i sada 25. Вам известно, что под ним выступал нынешний главный тренер петербуржцев Сергей Симак. Это дополнительная мотивация для вас? Да, рекал мне тренер мало предай носил баш брой 25, и яко мне драго због тога, и надеюсь, что будет успешен, как и он. Напоследок, новички по традиции в первом интервью обращаются к болельщикам. Что бы вы хотели сказать поклонникам «Зенита»? Поволел бы да им кажем, да сам пратил već утакмице Зенита и да сам видел, да су одлични навијачи и да само тако наставе и да покуша сада заедно и ја са њима да Зенит одбрани титул и ове године.